Амаль кожны 10-ты ўладальнік газавай калонкі не дапускае ў кватэры прадстаўнікоў газавай службы для планавага абследавання воданагравальнікаў. Па даручэнні канцэрна Белпаліўгаз у Магілёўскай вобласці, як і ўвогуле па Беларусі, вядзецца пазачарговае абследаванне газавых калонак у шматпавярховых дамах. Добрый день. Добрый. ПУ «Горгаз». Пришли делать плановое обследование. Проходите. Специалисты спочатку проверяют документацию газовых водонагравальников, а потом техничный стан колонки. Будем проверять тягу в вашем дымоводе. Зажигаем спичку. Подносим к дефлектору колонки. Спичка, видите, пламя затягивается. Следовательно, тяга у вас есть. Колонка ваша находится в хорошем техническом состоянии. Чистая, аккуратная, видимых повреждений теплообменника, газоводяного узла нету. В принципе, претензий по вашей колонке никаких нету. По словам владельца квартиры, относно недавно он заменил старую колонку на новую. Газовая служба приходит раз в год, это примерно так. Ну, ЖЭУ, дымоходы чаще ходят, смотрят. Все в одном доме, как говорится, живем. Все, если что-то взорвется, то катастрофа для всех, а не для какой-то отдельной квартиры. То есть надо открывать. У Могилевской области 10 390 квартир, где установлены газовые водонагравальники. Выявлено шерох фактов неисправности обсталевания. За период с февраля месяца по июнь месяц отключено 1500 водонагревателей проточных. То есть у людей нарушений достаточно. Это отсутствие тяги, отсутствие актов об исправности дымовых и вентиляционных каналов. Бывают случаи самовольного переноса, подключения. Магчыма таму многие наумысно не отчиняют дверы специалистам газовой службы. В этой работе основная проблема – это отсутствие доступа в квартиры для обследования. Вот 683 квартиры мы не можем попасть, так как люди не обеспечивают доступ. Мы уже идем навстречу, мы эту работу проводим и после 17:00, и выходные дни. Некоторые люди сами звонят, чтобы обследовали. Отключаем также водонагреватели проточные в тех домах, где подключено уже централизованное горячее водоснабжение. Специалисты предприятия «Могилёвабльгаз» нагадывают, что проверка газовых колонок у первую жаргу ладится деля безопасности и закликают с разумением ставиться до их визитов. Татьяна Сергейчик, Александр Тарасов, «Новин регион».